У мені випрост на українській. Це був десь в Одинець до війни. Може випрост на українській? Один випрост на ній. Один. Послідній. Ой, один випрост, один випрост. Я був в ліфт, ліфт перестав роботи. Хорошо. У мені випрост. Ти був десь в Одинець до війни? Ні. А сам откуда? Львівська область. А ти сам откуда? Чернігівська область. А ти сам откуда? Вінницька область. А можна собі представ, як ім'я? Дмитрий Іванович. І ваш? Сергій. І ваш? Позивной или... Ну, ім'я. Владимир. А почему ти вирішив, якщо ніколи не був, здесь приїхати воювати за город, який ти ніколи не був? Август. Русские захватчики, сепаратисты убивают мирное население. А как ты себе чувствуешь, что здесь твой товарищ убил так столько мирных жителей? Как ты себе чувствуешь об этом? Мои товарищи не успели убить мирных жителей. Ну, конечно, ты убил очень много. Нас убили. Ты убил очень много. Насколько ты себя чувствуешь, как стыдно, что украинские войска убивают здесь гражданские мирные жители? Я не убиваю мирных жителей. Но твой товарищ убивает. А ты сам член украинских войск, который убивает мирные жители? Кто вчера принял? Как ты себя чувствуешь об этом? Сейчас чувствую себя очень плохо. Дима, а что ты хочешь сейчас? Дим, ты на меня не выходите? Так. Слушай, расскажи, пожалуйста. Все. Очень интересно. Вот вы выдвинулись с Авдеевки в сторону Путиловского моста, я правильно понял? Так. Как вам удалось добраться до моста? Вы с боем прошли туда или вас... Без боя. Без боя вы попали на сам мост. А дальше что случилось? Дальше я не знаю. Говори, вот скажи прям ты. Мы вышли с Авдеевки, вот правду скажи. Потому что здесь разногласия некие возникли. Мы приехали к мосту, потом развернулись, потом меня разули. То есть, и все. Потом меня взяли в плен. Стоп. У меня проблемы.